Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенье. Ребята. Морозник или Гелеборус? Морозник или Гелеборус? Смотрите, какая грядка морозника. Это все морозник. Сейчас ближе подойдем. Смотри. Какой? Красавец. Красавец, морозник, да? Ребятка. Красавец. Морозник или Гелеборус. Называется. А здесь такой цвет. Смотрите. Смотрите. Какой. Морозник. Это все морозник. А здесь малыш, смотри. Малыш. Морозник. Подойдем сюда ближе. Здесь посмотрим морозник. Полный морозник. Красавец. Здесь красавец. Морозник. Но здесь белый. Белый. Белый-белый морозник. Идем далее. А здесь такой цвет. Полный морозник. Цветочки полные. Морозник вечно зеленое растение, можно сказать. Вечно зеленые растения. Морозоустойчивый. Наши зимы нипочем. Смотри, а вот здесь еще. А вот маленький морозничек. Смотри, какой цветок. Цвет интересный. Смотри. А здесь? Здесь такой морозник. Смотри. Полный. Смотрим, ребятка. Красавец, да? Ку-ку. Цветочек, цветочек, цветочек. Ку-ку. Красавец. Красавец. Смотри. Морозник или Гелеборус. Это клумбочка. Клумбочка морозника. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребятка. Морозник. Красавец. Красавец.